Не поняла. Там болтает бай. Мустафа Бедлин Мустафа. Я вообще вот так, тебе надо ленту будет подставить. Ты чё стоишь? Фу! О, это когда? Почему сам поставил? Эй, на мой грех. А, ну чё ты ждёшь? О, она ко мне. Давай, не стой! Вот так, объявляется дополнительно одна минута. Да, прекрасно знала до него, что это не делаешь. А что ж ты не делаешь? Ты знаешь. А? Ладно, как скажете. Работа, работа. Thank you.
Лен. Вот. Девочка выигрывает. Ну да, вообще-то. Вот сейчас силы у нее уже кончились. Сейчас Хрипунова ее будет убивать. Ну а что же ты хочешь? Ну с синим поясом она может заниматься только, блин, с весны. Или там полгода, елки-палки. Ну год даже она занимается. И Настя Хрипунова, которая... Блин... Она не испугалась, Настя Хрипунова, я испугалась, Настя Хрипунова. А что бояться? Потому что у нее руки больше, чем у тебя. А что ее бояться? Да не надо бояться. Видел. Я ее видел, блин, видел последние 20 лет ее. Какая же женщина? Какая женщина? Я чуть много денег не выиграл, когда поспорил, что она женщина. На чемпионате Москвы в каком-то там 97-м что году, блин, с парнем. Хрипунова не узнала, Лен. Вон она, смотри. Я знаю. Ничего не узнала. Челки нету. На шутке, на поезд. На поезд. Да, вот сюда. Маленький. Да, маленький не надо. Ну что? Ух ты! Что такое было? Снимаешь, да? Хорошо.
этом, ложись, отдохни. Отдохни. Нет, а ты не засыпай, ты просто отдохни. Или плеер, достань, плеер послушай. Лучше лечь. Один свитер, Лена. Паш, ты мне скажешь, куда выходить, чтобы попасть туда, где продается. Победу одержала Крикунова Анастасия. Клуб. Приготовиться к категории мужчины до 75 килограмм. Педяшев Геннадий, город Краснодар. Новоян Давид, город Орел. Да-да-да.
Ловимося йому. Будемо дальше біждати, да. Да-да-да. А ты как все хотел? Не, сегодня не буду. Я на нее уже 10 лет смотрела. Мне она нравится. Давай, давай, короче, чем делать? Ой, а где кушка? Давай. Сапогом. Где врач? А врач опять хрен знает, что это. Да вон там сидит с мартышкой. Все, ну, поднимайтесь. Здравствуйте. Он не понимает, где он находится, как убраться его. У него чуть слетело там. Защита слетела. На колено. Он не видит ничего. Я спрашивал, как сблизи бить его. Члена колена такая.
Спешите, 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 сп
А он сегодня бил, Леша. Он бил малыш сегодня. В другом бою как он. Все записали. В желтом поясе. Да, да, да. Было дело. Ой, нет!
Белого проиграла, той же, с которым на России игралась. Приготовятся категории женщины до 65. Чичканова Мария, город Санкт-Петербург. Парамонова Анастасия, город Санкт-Петербург. Пластика! Вот туда! Ниже пластика! Хорошо!
чни. Победила Морозова Елена, город Москва, и заняла третье место. Леха, Лех, ты магазин? Пойдем. Надо. Хорошая. О, сэмпай, поздравляю с этим местом. Дерьмой. Ну, спасибо, все равно. Протектор у нее на это. Вот тут. Ну, потому что... Пластиковый вот этот здоровый. Да? Ага. Разбила руку. Так же, как я тогда в Казанцево. Какие-то, Сашечка. Ты дым бать. Давайте дам холод. Давай. Снимала? Молодец. Будем смотреть. Анализирую. Блин, не смогла попасть тебе в голову нормально. Ты попала? Ну, да дерьмо. Даже этот на татами уже, даже это. Ну, блин, ну сколько? Ну, он-то видел, что попала? А? Не, ну, в принципе, правильно, потому что за третье место надо было подраться Это интересно было, по весу, чтобы проиграла? Нет, она потяжелее немножко. Ну, не на, я думаю, что разница небольшая. Небольшая, у нее руки зовут. Она потяжелее, но килограмма на два, не больше. Да. Хорошая девушка, хорошая. Ее категория. Это за третье место. Да. Если бы ты попал бы на Сапулову сразу, то, возможно, ты бы и подралась за третье место. Блинуль, не расстраивайся, это не последнее соревнование. Говорит, не поеду больше никуда. Не последний, да, перестань. Я думаю, жизнь закончилась. Final tournament. Да. Приготовиться. Категория женщины до 65 килограмм. Кадынская Павла, Курская область. Лисенкова Оксана, город Тверь. Вот так, вот так. Хорошая девочка. Лена она? Да. Лена, давай! Башку! Башку, Лена, башку! Рада. А между прочим, Лена, у нас меня слышит. Да, я хотя бы Лена слышу. Закручивай башку, Лена, башку! Коленка в лицо достал? Да, Лена, давай, башку! Май, в лицо! Она не дает фиксации, Май. Не было, не было. Вот эти штуки лучше. Давай, давай, Леночка, в башку! В голову? Нет, в башку. В башку! В голову, нет, в башку. Чайник, в голову, в голову! Ну, валить ее надо. А я помню, не кричал. Молодец! Давай, я не помню, это молодец! Я ничего дала бы. За что? Победила Липина Мария, клуб «Кайман». Заняла первое место. Он же выбивает, а причем?
Нифига, я один раз тоже попала. Что решила-то, мать? Чё? С ним поехали. Чё, поехали по моему? Ну, ты ещё не спеку свой билет. Сайкен, Гелькина Александра, город Санкт-Петербург. Приготовиться к категории мужчины до 75 килограмм. Педяшев Геннадий, город Краснодар. Рамзанов Мурат, клуб «Кайман». Пару раз. Для этого надо было месяц, блин, делать. Не надо качать. Не просто двигаться. Не можешь таким плов стоять и двигаться просто по поверхности, пройдя сильно. Нет, ну я же не хочу. Мне нужно качать справа, да, чтобы она не могла. Лёш, ну мало еще, мало. Месяц поработали, но еще. Вперёд, справа, влево, да? То есть, лёжа, все не нравится. Разножка смещения. По крайней мере, за это будет смешно нормально. Ну, что-то нормально сделать. Ну, что-то нормально. Повезет, что с Thank you.
Ты выше головы. Thank you.